Эй, тупой, блин, хочешь работать? Давай на лапу. Ты чё, блин, не в своём уме, что ли, братыша? Давай, вали отсюда. Ребята, я вас по дешевке подкину, ну поехали, ну вы чё? Ой, ну не знаю. Да всё нормально, блин, чё вы, а? Виталик. Гоша! Виталик, я ведь говорил тебе, сначала бабки, потом твоя работа. Бля, прости, плиз. Ты мне бабок должен, я ведь тебе говорил уже, а? Говорил, верно? Блин, Гоша, у меня же семья. Бля, братан, не надо, пожалуйста, нет, я не хочу умирать. Бабки надо было отдавать вовремя. Да только я не отдаю тебе долю. Да, кто еще? Что за хандон? Жорна Жованна. Жорна? Это сопляк огромной бабки зарабатывает, между прочим. Жорна. Ладно, с ним я еще побазарю. Эй ты! Нельзя работать, а ну долю гони живо, сука! Добрый день! Наконец-то я приехал! Ебать, я устал! Аэропорты в Японии совсем другие, так ладно. Зубенко Михаил Петрович, да, мне нужно его найти. Иди его искать. Блядь, хуй знает. Ладно, сейчас закажу такси, доеду на нем до отеля. Внимать! Нихуя себе, блядь, ты его в натуре, блядь, свернул, пиздец. Как ты это делаешь? Да братиш, ты мутант ебаный, что я тебе могу сказать? Фу, пиздец, как ты это сделал? Да у тебя все ухо внутри оказалось. Ну, ты нас повеселил. Работай, но только беспалевно идет. Такси надо? Не надо, спасибо. Не надо, иди нахуй. Точно не надо, я ведь дешево довезу. Всего за соточку, а может быть за две, но это уж по за ситуации. За сотню говоришь? Ну-ка. Да ты чё, охуел, слышь, блядь? Ты чё, блядь, думаешь, я тупой, что ли? Во, у тебя отличный итальянский, братиш. Спасибо, это меня Рахан научил немного, да? Стой, неважно вообще, блин. Ты чё, блин, ёпта, а? И вообще, блин, знаешь чё, ты похож на девятиклассника. Блядь, забавно, что ты девятиклассник, а не ж тебя. А ещё ты полицейским что-то дал, я не видел чё, но это взятка. Ладно, не парься об этом, братан, всё схвачено. Слушай, довезу тебя за двадцатку и всё, ни больше, ни меньше, и чаевых не надо. Двадцатка? А чё, нормально? А, хотя знаешь чё, не, иди нахуй всё же, блядь, обойдусь. Что, не надумал? Правда за двадцатку? Конечно, правда, я же самый честный человек во всём шумёвском городочке. Но вещи сам несёшь. Так, ладно, тусуй сюда свой чемоданчик, а сам сзади запрыгивай. Окей, но я тебя сразу предупреждаю, тебе не какой-нибудь ох. Я, блин, это если чё надо, могу его ломить. Окей, да? Так что задвигайся. Да всё будет нормально, довезу куда надо. Правда, только твой чемодан. Погодьте, он ведь меня забыл, ёпта. Мы ничего не видели. Неужели... Стой, сука! Чоу. Экос, третий акт! Ой, нет, что случилось? Неужели машина твоя не работает? Значит так, дядя, мне нужен только мой чемодан, поэтому если хочешь жить, давай беги отсюда. Чё стоишь, сиськи мнёшь, потеряйся быстро. Смоли-ка, Жорна, поебался-то, а? Да, вот дебил, блин, а? А я слышу, он сам японец, чё, японца наебать не смог, а? Блин, во-лох, а позор ему. Нет ему больше нашего респекта, ёпта.